Амич, сбежавший на Украину, требует денег с правительства Омской области. Об этом стало известно из заявления пресс-службы губернатора. В Омске Сергей Селиванов был известен как постоянный участник любых митингов и пикетов. Сейчас он живет в Киеве и, как говорят в региональном правительстве, требует с чиновников вознаграждения за публикацию позитивных новостей о регионе в иностранных СМИ. В противном случае угрожает компроматом на губернатора области, но опубликовать его не торопится. Я понимаю, что для Омской области эта ситуация из ряда вон выходящая. Но в связи с тем, что я немножко другими проектами на сегодняшний день занимаюсь, для меня эта ситуация является, ну как сказать, она не является для меня критической какой-то. То есть она меня не возбудила. Зато в полиции, скорее всего, возбудят уголовное дело о шантаже. Ведь Селиванов обратился к работникам аппарата губернатора и пресс-службы правительства с угрозами. Мы направили соответствующее заявление в УВД. Вот, и придали это огласке, прекрасно понимая, что сам факт такого обращения там будет известен, потому что органы будут проводить соответствующие наследственные мероприятия, принимать решение о возбуждении уголовного дела, и тут мы не боимся ничего.